Всем привет, ребята! В этом видосике я буду делать что-нибудь из 3D-ручки. Я буду делать паука. Так. Сейчас я делаю для паука лапы. Делать еще кое-что другое. Сейчас вот я делаю кнопку YouTube. Так, сейчас вот я делаю треугольник. Ну, треугольник я уже сделал, но я его обвожу треугольник. Ну, я обвожу, но делаю самую щуплую какую-то. Я это выйду. Понятно, уходи отсюда. Я это выйду. Что? Я сам. А, да, сейчас понял. Закончу. Почему? Не надо вот тогда у нас я сейчас обиду. Да? Да, просто сам треугольник красный надо снять. Почему? И красный кнопку вот так, белый треугольник. И само красный. Сейчас что ты не будешь резать, хорошо? Вот это надо вырезать, подожди. Да, я это вырежу. А сколько записи? 8 минут. 8? Да, это мало вообще. Нормально. Да, мало. Ну, где мелкая, я буду вот так, хорошо? Где мелкая? Дальше. Это вырезать, да? Понятно. Что? А это что, 2 секунды это вырезать будет еще? Так что надо снять. Никто не показывает, просто одну поделку, еще. Никто не показывает это. Уходи отсюда. Сам я выйду. Сам. Не надо. Thank you.
Вот так у меня получилось, ребята. Так что всем пока, ребята.